Давай. Эл-Рей, я отошел на полтора минуты. Хорошо. Вы, мелики вообще отсюда ушли. Мелики ушли все назад в кишку. 5 ДД, которых назвал и танк. Это того-то уешний, можете его сами... Я хз, где чулан. Вот где телега примерно сюда отведете, все ушли назад. Кто там танки? Ведите одного моба. Чулан бежит. Где он может быть? Шкаф бы поставили уже при симоне. Вот моб идет какой-то, вот он. Квадрат, давайте. Вы тут, давайте бить будем, время-то идет. Ну а там навстречу идет череп. Давай подождем. Значит, жди черепа. Надо сагрить, чтобы один только вам был. Вот аккуратненько и отводим его. Их там 3 или 4 этих гиганта. Бери, бери его, бери. Блять. Смотри, что они делают. Сейчас как один сейчас окажется. Давай спулим этого пидора. Если он ауешный, то вот, смотрим на дебаф. Если дебаф будет, скажешь. Отводи, где телега примерно. Чтобы они точно уже не сагрились. Дебафа нету. Еще отводи, и будем здесь его в кишке бить. Чтобы те не пришли точно. Это с дебафом. Убежали. Быстро рейндж словили. Сука, хилы не сдохните. Быстро убежали. С дебафом. Видите, он как наебал. Не сдохните. Кошку, ёж, всю хуйню. Прожигу. Гимн, если надо. Не роняем никого. Шансунг слови рейндж. Царь слови рейндж. Сука, нажми тучку, ёбаный в рот. Рейндж ловите. Да ты посмотри, на каком рейнже я стою, рейндж ловите. Значит, с тобой какой-то конь стоит. Словили рейндж все, дамаг получаете, значит вы не в рейндже нихуя. Начинайте. Кто там возле меня подходит, сука? По кишке разбежались там. Шиво, если что, прожимайте. Бычья голова, отойди от меня нахуй. Ой, блядь. Найдите место. Зачем вы убиваете хилов? Пизда. Это же люди можете рейндж набрать, нахуй. Ёбаный в рот, нахуй, ребята. Почему так трудно вам это понять? Начался дамаг по рейду, съебались, ловили рейндж. Не получаете... Да какого хера тут стоит Бокрус, бля? Чё он делает? Он уперся, бля, в стену. Нет бы этот меня угол освободить, он там стоит, да, бля. Давай не ори и просто найди другое место. Ну куда мне надо хилить, бля, чтобы я не лосал чуваков, бля? Надо ставить... Ну, значит, Бокрус... Всё, сейчас внизу будем... Агрить. Там мы вообще заагрим других с палаток, убьем и будем, значит, бить. Глупенький, бежать подальше ему надо. Бокрус стоит наверху, блять. Вместе со мной, нахуй. Это хилы метились, блять, туда-сюда, нахуй. Не могли отойти подальше, нахуй. Куда подальше? Я, ты видишь, куда да я уже поднял? Не орите, сказал. Бейте спокойно моба. Разводите панику. Что получается у вас? К сожалению. Привет, любовь моя. Так, без этой хуйни. Ладно. Рэвы, блядь. Резаем всех. Хилов резаем. Поактивнее все это делаем. И почему у нас два холи приста, а не один ДЦ и один холи? Ну, у кого-то из них есть спех ДЦ? Да, у меня есть. Это ты, Финка, так кричал? Да. Круто. Ну, спех не ДЦ. Зоил пати премиум. Ну, сейчас я окажусь резко на земле. Нет, не ты. Так, подходим. Сейчас какого-то моба будем брать. Танки там. Давай я палатку приведу. Идите назад, я палатку приведу.
Зачем тебе палатка? Давай большого моба бить, освобождать здесь место уже. Тогда давайте вместо. Уходим. Их было двое, один с болезнями, этот без. Его можно на широкую здесь бить. Вот посмотрите. Тут два моба с него будет. Давай и посмотрим. Будет два моба, их отведем просто. Смотрим, есть болезни, нет? Нету болезни. Да. Там ведь собрали? Нет, там нету больше. Они меньше дамажат, чем раньше. Захиливайте. Вот они, болезни ваши, съебались быстро. Хилам оставили место возле танков. Мне кажется, у них у всех болезни там есть. Нет, это меньше ебашит. Одни бьют, вот. Я не совсем понимаю, как правильно зона антимагии работает. Либо она... Это физические болезни. Нет, я про то, типа, она сейвит тех, кто просто в моей группе. Кто под куполом или... стоит. Ох, нихуя себе. Она пашет только тех, кто под куполом стоит. Ну, и те, кто в группе с тобой. Нет. Разве? Нет. Только тот, кто под куполом. Нахуй я всё в коте с самыми ватными пигати кинула. Ну ладно, хуля. Какой рога, Мова Про? Ну, что с ним? Может быть, он слепой. Или не понимает, что происходит. Да я видел. Так. Вышло нахуй два моба. Он не уешь, ты два моба выходит. Черри бьем, остальных контролим. Локи. Немножко вот туда отведи. Сука, а эта хуйня-то еще стакается. Просто кто-то в чуму в рейд утащил. Бейте какой там череп, только ты отведи, чтобы там не залило все, и тех мобов, чтобы не согрели. Мобов не согрели только. Да, ну, изгнание на второго киньте. Алиса моб. Чума исчезла уже, все. Кто ее видит вообще в аддоне, эту чуму? Да еще один. Ну а зачем? Блять. Отведите его в сторонку. Бля, это пиздец. Нахуя его агрить было? Как вы стояли-то? Нахуя его было агрить, я не понимаю. Он сам пришел. Так нахуй отойди. Ну вы не видите его на? У меня мышка, блядь, неудобная, я вообще не пойму, что пизда, происходит. Этот моб, надеюсь, не это самое, что там, ну-ка. Ты вышли, нахуй. Пошли бить всех, кто там стоит сзади. Бог, грустно. Это мертв. Не, это не мертвый, нахуй. Смотрите, ауру врубите. Тогда три ауры поставьте. Бейте большого. Захильте силы эту, сдохните сейчас, захильте себя. Давай, это все равно долго будет. Далин, поднимай чулана. И сразу захильте чулана. Никого не роняйте, захильте всех. Чулана готовьте захилить. Щиток на него. Меня тут Алиса взорвала. Она. Вставай, чулан. Не вставай пока. Тут каст идет после каста. Да, после каста. Вставай. Захиньте его. Лужа, не вставай. Вышли с лужи, прожимки отдали. Захилили всех. Далин прохилься.
Чулан, ты тут, ё-моё, вставай. Ну, Алиса, еще одного большого сагрика, блядь, куда ты его отведешь? Пиздец. Да не в рейд поворачивай. Отведи моба немножко вот сюда, где дерево бегает, а то 10 мобов еще сагрите. Этот пидор кастует, захиливайте просто. Чулан, ты опять умер или тебя... Да он не встает. Просто ФК просто. Он же знает, что это долго песня. Блин, что за паразит мелкий ползает? Питары такие мелкие. От моба. Убивайте их, захиливайте людей, чтобы не упали, а то вы будете здесь 5 лет. Уйдите назад все, чтобы говно никакое не сагрилось больше, и надо всех резать. Убивайте это говно уже быстрее, вы ешьте. Умора, ты тут? Сложные ходы, конечно, у вас в этом заесть. Это не сложные мобы, блять, либо что-то еще. Это сложные люди, не могут понять, что рейндж надо брать. Масрез давайте, что там, блядь, умеете. Еще два таких больших моба есть, ну. Тут их в первую очередь убьем. Не-не-не, у нас сначала паки слева справа, потом уже больших пулить. Вот, логично. Да. Захиливайтесь. Но сначала всех поднимите, а не пуляйте нахуй сразу. Слева справа сагрим там и это. Будем потом этих мобов. Здесь место есть, нормально, чтобы словить раньше. Пошли, пошли, право, лево, паки, агрим там, какие-то маги есть. Круплот поставь. Маг пустоты убили. Либо терей. Бокрус, убирай власть. Власть льда убирай. Ну еще пачка. Только оттягиваю ее сюда. Рестайт я оттягиваю. Войс рулем. Опять нахуй. Как так-то, блядь? Ну так вот. Там просто лут. Два рун. Жулик. Что лут? А лут меняет под конец и забирает просто предмет себе и все. Пейте моба. Это, блядь, баг сервера. Жулик, не ворун. Вот череп. Как думаешь, пофиксит этот баг? Нет. Ты смотри, что вы, блядь, после этой хуйни, что в Дискорде сказали, на. Че сказали? Не было. Типа Дискорд прослушивают от имя? Нет. У нас пуги есть, Рейдин, не забывайте. Один. Хан, ты же нормальный пацан, да? Я вообще-то не пацан. Кто ты? Это трансгендер? Мужчина. Это Сильбет. Чё, пацан? А, ну ладно тогда. Мужик. Нормальный мужик. Кладбон, мужчина. Если ты раздашь, я тебе под дверь насру, понял? Зайдёшься ехать с вами. Не переживай, я тебя найду. Ты ж хан тупой к нам гильдию. Да нет, спасибо. Не и мы тебя найдем. Мы тебя найдем. Под дверью насрём.
Чё, тебе нравится в Illusion? Да, нормально. А чё, в рейды берут? Да. А чё, там... Олень, меня советую, а тебя там точно в рейды брать не будут. Вот знаешь, какая клаббона? Вот это мой... Череп, херачик. Меня из гильдии выгоняешь, да, мастер? Я тебе сказал, что я тебя на рейды не играю. Ты такой левай, нахер тебя там брать не будет. Почему вообще было? Ты типа как эту хуйню связываешь, я вообще понять не могу. Ну типа ты женская говоришь, левай из нашей гильдии в Илюш, но тебя там рейды нет. Где ты такую хуйню услышала, Алиса? Что просто ты сказал вопрос... вообще? Я тебе сказал, не левай из гильдии, тебя все равно туда нахуй не возьмут. Я послышалась левай, сори. Глухая, бывает. Третий раз играю, это все. Мобов больших сейчас будем выпуливать. Вон какие там близко подойдут. Вот, допустим, какой-то. Ресники сначала, трупы. Рисуют, рисуют. Вот два моба на выбор, давай издалека. ЛПшка, ВЕшка. Все сразу полукругом разойдитесь. Разошлись в рейндж. Смотрим, что на этом мобе. Блять, трэш. Палаткам, если что, где мобы стояли. Смотрим, будет болезнь или нет. Если будет болезнь. Сейчас уже рейндж, видите, то болезнь будет. Если кого-то дамажит. Пока нет. Хилы себя, главное, не уроните. На хилов поставлю метки, сейчас все от них словите рейндж. Бьем моба, нету болезни. Возле хилов нельзя стоять. Он развалится на два моба, и из них будет хуже, из тех мобов. Два моба. Череп первым заливаете. Вышли с лужи. Очень большая лужа из моба появляется. Поэтому стоит идти подальше, когда у него мало хп. Хилы и милики. Бегайте уже, РДД доты добьют. Какие же тут ебаные мобы, блядь. Агрим этого пидора быстрее. Сагрим. Словили опять рейндж. Словили рейндж, болезнь быстрее. Прожимки готовим, если будет просадка. Словили рейндж все. Так. Я не вижу болезни. От хилов словили рейндж. РДД. Турбо, поднимись, пожалуйста. РДДшникам дали бить там. Турби, чулану там. А где вы болезни? А, вот есть. Сейчас, когда добьем этого мба, останутся пачки трэша. Вот болезнь пошла, совите рейндж. Захилите людей. Чем лучше вы хилите, тем больше шансов у людей словить рейндж. Он тоже вроде распинается. Отведете мобов туда, вот где кружок стоит, туда чуть подальше, чтобы мобов не сагрить, там мобы еще. Ну, блять, ну хила-то хилить надо. У него еще и лужа, сука, ебать. Значит, круто. Из этих людей. Блять, вы бы знали, как мне сложно нахуй танчить за анхоликом. Держала только одно ЛП, тут я тут ебашу по клаве. Потому что анхолики не танки, хоть бы какие-нибудь, если вы...
трачу. Трэш. А что тут чистить надо, нет или что? Надо, надо всех чистить. А, вон он же босс этот стоит, что-то я... В Т5 он хулики рулят, мастер. Да. Ай, хуйня все это, бля. С мастером вообще бесполезно спорить, я бы не советовал. 17к ДПС в танке, это очень и очень сильно. Танк должен только танчить, блять, а не ДПС. А ты в курсе то, что он в холле танка, с Т5 больше по глотке и т.д. Я вижу у тебя 17к ДПС, я вижу, Алис. Okay. Я прочитал нахуй Т5. Там только 9% снижения дамага дается. Это два куска, у меня нет 4 кусков. Ну, но... это два куска, но не 4, я 4 не читал. 4 куска там просто этот щит костей бесконечный. Это когда еще надо тратить на него, да? Чтобы каждый раз обновлять, или он сам обновляет? Не будешь на него тратить, потому что он будет у тебя бесконечный. А ну-ка почитайте нахуй, что бьет вам на БДК нахуй. Да, но БДК намного меньше по глоту и так далее. Где еще могу? Я могу в БДК подтанчить без проблем, мне тут... даже легче. Так, стоим нахуй, тактика новая. Вот этих вот нужно слить, потому что они... Сливайте, сливайте, и в тоннеле тоже людей сливайте. Я не буду вам тут тактику рассказывать, потому что я не знаю, по какой вы тут бьете. Потом я просто промолчу. Мы били по конченной тактике, пока баг был. Я не знаю, кого вы тут первым, кого вторым заливаете, так что быть мастер, к примеру, по Ирелю. Так, кто у нас танк? Ой, кто у нас хант? Хранитель глубин, да? Сейчас. Вот это вот убить. Гуманоид элита, да? Ага, значит, это вот коня ставит тотем у нас. Чулана заберите. Сколько воронок для активации одного куска надо? 3. Даже ретри, которую я первый раз вижу в нашем рейде, так и говорит Алиса помолчать, ебать, так. Первый раз такую хуйню вижу, да. Так, ни одного меня хочется, все окей. По тактике что получается? Заливаем сначала звезду, потом все в ромбик переключаемся. Рейндж берем нахуй все друг от друга. Нахуй. Так, чтобы вы не стояли, чтобы вас там не доставал. Главный босс и крест, хант. Ну, босс и квадрат должен стоять там, где я вам поставил и крестик, и квадрат. То есть его должен танчить минимум один танк. Звезду заливается сразу. Ромбик заливается. Чё? Можно я вклинюсь на секунду? Смотри, как бы Хантер, в чем проблема? Он еще не забывает спамнить двух адов. И там в итоге получается танку нужно танчить Хантера, босса и еще адов. Василиса и еще там танчит этих двух, она убьет. Больше тем не менее, в пулах, если ты помнишь, у нас складывала танка под боссом, под Хантом. Там, и да, там не было двух адов, там был один ад. Два босса не... в нем было и один моб. Его складывал. Можно в 4 танка, конечно, но это смысла я не вижу. Я хотел бы предложить попробовать друиду кидать на пэта хантовского, это успокоение, или как он называется? Слип? Ну да, что-то типа того. Усмирение. Да вот надо... Алиса... Стоп, секунду. Если он будет кидать слип, то Алиса будет его сбивать своим мором, блядь, взрывом трупа и т.д. и т.п. Так, нет, второй танк может его отвести. Дадут слип по нему и... Потом второй, ну, это ладно, какой? Это тот, который звезду сами... танчит, или тот, который ромбик танчит? Это какой из них второй? Тот, который квадрат танчит. Так 4 танка будет, да? Или 2? А зачем? 3. 3 танка. Алиса значит... танчит, и крестик, и квадрат. Ромбик танчит у нас, микстурка, нахуй. Звезду танчит, кто у нас там? Войт, нахуй, либо я.
Ебать, у вас тактика, конечно, странная. Господи. Чего тактика странная? Ладно, давайте дадим слово Лисе. Просто интересно, как звучит рабочая тактика, по которой убивают людей. Я... нет. Ну, просто расскажи. Ты здесь мой в двух словах. Короче. В словах все вообще по-другому держится и танчится. В двух словах. Ну вот и все, сейчас пульнем, не получится, будем менять. То, мне кажется, разницы нет. Ну и все, значит, убьем. Фул ребафы раздали, а фул ребафов не вижу. Ни каски, ни пристабафы. Вы главные хилы, блядь. И РДД, не стойте возле креста, нахуй. Вот тут сейчас стоит, нахуй, Далин, блядь. Тебя сейчас будет, нахуй, просто там бить. Хилы, стоите вот тут. Поставь метку, как им стоять. Поставь метку. Вот, сейчас я поставлю. Хилы, вы стоите примерно в луне, и за луну не выбегайте, потому что, когда вы выглянете из-за колонны, вас будет прилетать трезубец, он ваншотает. Не-не-не, там вроде кажется хуёво стоять, или нет, я не знаю. Ну, главное, чтобы ну, вы стоять, за колонной вот, стояли, как вот на арене вы играете, за колонной прячетесь, и вас... А ты войс танк? Ну, ты же сказал. Да, я тоже спекнулся, ну ладно, ох, давай, давай. Меня шибёт пиздано. Главное, никто не подходите к тотему. Тотем будет один, танка не ваншотнет. Холли Пал, ты должен стоять так, чтобы ты доставал нахуй хилить ее. Там рейндж частицы света, насколько я знаю, 60 метров. Ребята, смотрите. Ты сидишь тупо на Алисе, это. Я вам что объясню такую вещь. Вот у нас в пати 1, 2, 3, 4, 5, 6 крестов. Это 6 гимнов на хп. Если хилы вы видите, что вы нихуя не можете захилить, то... Ну, ты мастер там или кто, отдаете команду и ник называете. Либо, если вы даете гимн, то говорите, что вы даете гимн на хп. Рейд нельзя ронять. Если вы будете ронять, то не хватит ДПСа просто. Пока звезду не убьем, будет большой дамаг по рейду. Мастер, а метка луна это чё? Луна, Войд поставил, что весь рейд там стоит. Чё, раз, смотрите на звезду, хилы, если кроме хила, холи пал. Если вы встанете вот так, то босс, который держится в крестике с квадратом, хант, который, на котором квадрат висит, он будет вас кидать трезубец. Если вы встанете вот здесь, ближе к луне, то он из-за колонны в вас не кинет трезубец. Ну, сказали, что работают колонны здесь. Не сказали. Типа он не кидает через текстуру эту. Ну, получается, холипалу надо встать чуть-чуть ближе. Холипал стоит вот тут. Да. А, ну, да, там или наверху. Ну главное, чтобы дотягивался до. Частица света 60 метров, а там должно, по идее, дотягиваться. Если нет, по звезде работало, все, и тогда это вин, да. Смотри, смотри, Холли Пал, стой еще так, чтобы тебя доставали хилить хилы, потому что в тебя что-то может прилететь тоже. Маликет, встань на балкон. Да, все нормально, все работает. А хп у Холли Пала столько, что его безумно. Ну, у него армора до хера, даже если у него дротик влетит, мы прохилим. Итак, когда мы убиваем крест, у босса появляются все способности. То есть, он не может и замораживать одновременно, и кастовать вспышку огненную. От этой огненной вспышки вам надо убегать, потому что он ваншотит сразу. У вас даже саппорт никакие не способны. Мастер, обнови метки на этих, на адах. Кто их сбил? Ну, не спрашивай, не у меня. Кто, блядь, крест на Бокруса поставил? Сука! Это шаман у нас. Ну ебать, кто метки сбивает? Сейчас я сниму. О, я сам сбил, подожди. Единственное, мастер, смотри, у меня единственная коррекция. Ромб еще выше поставить, туда наверх. Чтобы тотем, если шмалял, то он не шмалял по рейду и не пересекался. Если вы будете все стоять в луне, вас тотем все равно не будет шмалять. Окей. По идее, так должно пахать. Сейчас посмотрим за. Все, вообще на пол. Вы тотем будете захиливать, правильно, я так понял? Тотем должен захиливаться. Там Алиса... Ну можно, по идее, если мы не справимся, если Алиса сошибет, надо ставить еще одного танка. Прожимками команды у нас получается Варовска и 2 ДКшных прожимки.
У меня прожимка только на тех, кто рядом. От магии. У нее один купол, у нее даже нет этого. Значит, на рейд прожим. У нас две прожимки. Так, эрлога. Убиваем этого босса. 2-3 трая там даем и идем около. Стоп, я кого там танчу? Двоих? Крест плюс квадрат. Все. Так. Вот Рейдер, почему ты там стоишь? Финка тут? Турбо? Финка? Тут. А чё, давайте. Пуляйте, босс. Дайте агро поставить временно. В звезду вливаемся. Микстурку прохил. Я дал дал шивы. Вот хил. Моб вышел, либо его забили, либо за контроль. Моба забери, Войд. Подведите моба. Царь на хп. Ману. Алиса уронил. Шансунг на хп. Уронили? Не да. Давай. Не Шибет. Давай. Дико очень нахуй. Он выйдет. 4 танка будем. Вообще, танк, который держит главного босса, он просто держит главного босса дискон, и никого да? больше. Да, также держится вот хиловская баба. Серф упал, да? И вот этот вот хранитель глубин и у нас танк, все отдельно держится, если ты не видишь, кроме этих двоих. Серф упал, да? Да. Вместе должны танчиться только хранители глубины и... Закроешь, я офнусь и не зайду. Пожалуйста, помолчи, я тебя прошу. Я просто объясняю, чел. Молчи, я тебя прошу, пожалуйста. Да за мной тут ты, все глубики... тут все хранители глубин, если что. Не все. Ну смотри, я про это и говорил, что типа под хантом и вторым боссом сложит танк. Можно просто поменять, что типа босса и, например, с тотемщиком вместе держать. Либо как Алиса говорит. Типа босс. Босса отдельно, а этих двух ребят вместе. Вы не понимаете, что каких двух ребяток? Смотри, мастер, смотри еще раз. Хантер, у Хантера инрейдж, у Хантера дополнительный пэт. Если танчить вместе босса с Хантером, там входит очень большой урон в танка, и его может сложить. Так было в прошлый раз на пулах, и так случилось только что. Можно поменять, либо босса танчить именно босса вместе с тотемщиком, либо танчить Хантера вместе с тотемщиком, а босса отдельно. То есть поменяться чуть-чуть. А смысл все равно еще будет. Там инрейдж посрать. Хант, ты... Блять, нахуй ты сюда зашла, а? Выйди, пожалуйста. Вот, я здесь посижу пока что в этом канале, и у меня башка раскалится сейчас просто пополам. Он шит флут, у меня уж не могу, у меня я сейчас сдохну. Четыре танка, я думаю, надо. Вот в Асгардах по видео я не знаю, сколько танков танчиков. Должно три. Типа один на боссе, один на хиле и один на двоих. Ты понимаешь, просто когда Хантера убиваем, мы можем зайти вместе под боссом и под Хантером, убить их двоих спокойно, блядь. Плюс нанести дамаг в босса одно и то же самое время, то есть это больше профитно.
Ну ты понимаешь то, что хилы просто не успевают прохилить дома, которые... Если в два танка сейчас туда поставим, то все будет нормально. Ну окей. И мы можем звезду плюс шамана поставить вместе под, под одного танка. Мы можем звезду и ромбик поставить в одно место, нет? На одного танка. Он там не... Какая нормальная. Плюс тотем, блядь. Ну, звезда примораживает. Не знаю, надо хорошенько хилить тогда. Да я думаю, надо 4 танка. Танчить. Короче, слушайте, давайте я двоих подержу, не надо 4 танка. У меня прожимки в Влад ДК лучше, чем у Анхолики. Да, Анхолик. У Алисы, да и все. А тебя тоже сложат ханти от этой хуйни. Не успеет сложить, нормально все будет. Дадим там дол, бой долгий, там ты КД дашь и после КД тебя все равно сложат. Ну, типа, это не короткий бой. Ну, нормально проживу. Ну, давай попробуем. Это раз. Второе, я через 5 минут подойду, я с собакой вышел. Давай. Кто будет в шахматы играть? В смысле? Ну, давай ссылку в личку. И кто еще раз? Ну, Фафнирскому в этом, в ДСе. Давай мне тоже хули. Да, втроем шахматы давай. Сейчас вообще по очереди. Может, сам свой поиграю, хули. Блин, я в шахматы лет 15, наверное, не играл. Я так в шашке умею. Так, сейчас дам ссылку в общалку, нажимай фахнически на нее, там принимай. Блиц играем. Видишь? Я думаю, это будет игра мат в 3 хода, блядь. Да ну. Не, подожди, я тогда в другой залетел. Кто это играет сейчас? Черными. Черными. Кто играет черными сейчас? Алис. Нет. Кто играет черными? Да? Я только что зашла. Да какая разница, Войт играет? Тут зрителей собралось 30 человек. Так, я зритель, наверное. Да. Не знаю, кто это. Там, кстати, сервер стал вроде. Заходит, да. И кто же крутит? Ой, жесть. Ой, что ты за хуйню творишь? Заходим в игру. Съебался. Черный это просто ау.
Как дела? Нормально. Спать не хочешь? А-та-та-та-та. Это просто. Так просто? Туру не забрали. Сейчас смотри, сейчас мат будет. Да хуй с этим мат. Мат будет в Дискорде, если я проиграю. Бог репу помнишься. Я думал, через ладью сыграю. Все, мат. Ходите, шахматисты, блядь. Войт, ты мат проебал, ты чё, прикалываешься? Так, меня слышно? Не, я не вижу. Да. В смысле, ферзь вверх? Маба нахуй, был, заберите мат. Танки, блядь. Есть. Танков нету, блядь. Че за рейд? Мастер, давай СШВ. Ока, ЗС или чё? Да. Чё да? Рейд на дно. Давай пока метки расставляем. Так, меня слышно? Да. Потрясающе. Так что хотел сказать-то? Нет, у вас есть 2 минуты, чтобы зайти в игру. Если что, сейчас кто не зайдет 2 минуты в игру, нахуй получает ГП. Чко убили мастера? Мастера просто... Я просто хаваю, мне похуй, я пока добрый. Ой, я здесь всё кушать захотела. Можно я пойду покушаю? Ладно, что? Ну, слабость ГП, полез покушаешь. Мастер. Чё? Кого убили? Угадай. Никого? Давай шумы стоим, траем. Кого убили? Чё за инста у вас? Ща. Ой, этот... Всё пришли, Войд, давайте доигрывайте, заходите. Да там контроль 3 минуты был. Слишком долго, ой, слишком мало. Это ты играл в варшоп? Да. Кто там еще не зашел? А чё царь не зашел? Через 2 минуты буду. Угу. У вас чё, царь обиделся или честно? Чё он не разговаривает? У него голова болит. Голова болит. Блин, человек, чё-то...